Мы приехали на турбазу Малиновка из Уфы. Выехали в 7 утра, приехали вот уже 11 с чем-то. Собираемся сейчас на Елангаз. А сразу же здесь забили место на ночевку, то есть мы спокойненько гуляем на Елангасе, там встречаем, я надеюсь, что встречаем прекраснейший закат, и двигаем обратно. Вот. На сегодня у нас план минимум равно план максимум, это встретить закат на рассвете, хотел сказать, на Елангасе. Вот. Надеюсь, что эта оговорка не сбудется. Закат на рассвете встретить. Хочется все-таки вернуться сегодня, лечь спать, выспаться, а завтра с новыми силами. Ну, потом расскажу, что будет. Дорогие друзья, мы идем на ту прекрасную гору, которая сейчас пока скрыта в тумане. Название этой горы Елангаз. Не помню, что это означает на башкирском языке, но в любом случае мы туда сегодня взойдем. Я уверен, что когда мы будем там, этот туман разойдется, и мы увидим прекрасный вид на закат, который мы надеемся сегодня наблюдать. И мы всех приглашаем в наш Башкортостан, приглашаем на велотропу Европа-Азия. Обязательно летом мы приедем сюда на велосипедах, тоже заберемся. Жизнь прекрасна, всем счастья! Замечательное дерево, на котором я нахожусь, точнее, около которого, является примером велотропы Европа-Азия, потому что оно олицетворяет собой просто волю к победе, к жизни, к тому, чтобы быть впереди, высоко и олицетворять собой красоту на пути идущего. Это дерево мы повстречали первый раз, когда шли по Уральскому барсу. И первый этап. Вот. Замечательно. Как ваше ничего? Жуй. Не комплексуй, жуй. Сникерсни, не тормози, да? Надо будет еще снять панорамку и потом двигать дальше на Елангаз. Так, что сейчас, наверное, куртки будем делать, да? Ничего. Вот у нас такой вот Елангаз получился. Там, по большому счету, на самой вершине все в молоке, поэтому снимать смысла там не было, поэтому мы спустились немножко пониже, буквально на десяток метров. Здесь такая вот ложбиночка небольшая, и вот в ней мы решили снять, примерно рассказать, что из себя представляет Елангаз зимой в декабре. А представляет он вот такую штуку. Все в молоке, все снежное, такой вот очень низкий контраст. Фактически все просто белое. Такое белое безмолвие. Ну точнее, как сказать безмолвие. Тут вообще гудит. Ветер шатает деревья. Но нам вроде хорошо. На свежем воздухе. А вы что скажете? Я-то немножко задержался наверху. Подышать свежим воздухом, посмотреть на елки прекрасного белого цвета. Вот где в городе видишь белые елки? Вот только на Елангасе, собственно говоря. Единственное место почти в Башкортостане, где можно увидеть белые елки. Вот, всем советую хотя бы ради белых елок забраться вот на эту прекрасную вершину. Всего полтора десятка километров от Нурка. Легким движением ног, собственно, забираешься.
И кроме того, вот тут вот, да, только есть читеры, конечно, которые приезжают сюда на снегоходах, но мы не читеры, и вы не будьте читерами. Обязательно ходите пешком, это очень полезно для здоровья. Не будьте читерами. Ну, я как председатель Федерации велотуризма хочу сказать, что на самом деле надо с велосипедом ходить, ездить. Вот, но на самом деле я хотела сказать другое, то что Елангас — это одна из вершин, одна из таких великолепных тысячников гор, которая на самом деле просто, я не знаю, просится для того, чтобы вы ее, на нее посмотрели, на ней побывали, об этом всем рассказали. Вот, почти стих. А, вот, всем желаю здоровья и с наступающим Новым годом. Ой, ну значит, сижу я тут в сугробе. На Елангасе, посреди Уральских гор, и думаю, насколько прекрасна жизнь. Ой, блин, сейчас запорожит меня. Вот. Но что хотела сказать-то? Что-то я в баню захотела, короче. Вот. Ну, что надо делать? У меня мысли кончились, ребят. Что делать? Что надо говорить, когда вот мысли-то нет? Надо все равно говорить. Как прекрасен этот мир! Посмотри! Просто вокруг, просто вот скинь свой взор на эти прекрасные ветки, которые заиндивели, вот, и прочее, что тут под снегом. Вот. О, прям на снег можно жопой сесть. О, как хорошо! Ну что, как вам Елангас? Отлично! Мы запеленговали Елангас, и получился... Пилингас. Да, у нас получился пилингас такой вот. На Елангасе мы узнали новое слово. Какое? Мохнатка. А, мохнатка. Оно вам понравилось? Отличное слово. Да, но от очень... От него веет Елангас. Применимо. Оно применимо вообще, в принципе, к этому. Репортажу, интервью. Мохнатка. Девушка, возьмите мохнатку. Да, в следующий раз. В следующий раз будешь... Раз. Девушка, а у вас есть мохнатка? Будешь спрашивать... Девушка, где? Если у вас своей мохнатки нет, где а ваша... мне нужно ваше интервью. Извините, я вам сейчас дам свою. Так, в общем, что сегодня мы тут увидели, что мы отсюда выносим? Велотропа Льва 0. Велотропа. Символично. Символично, вот, да. Надо еще подумать. Я говорю, у меня почему-то... Почему-то что-то внутри против меня этого решения. Не знаю, против этого решения. Все, Юрий, больше ничего не говори. Второе, это... Что? А, флешмоб. Флешмоб. Найгир с велами. Несколько человек. Январь. Все, больше несколько ничего не говори. Несколько десятков человек. Блин, да, извиняюсь. Несколько... Это по умолчанию, блин. А, третье. Участвуем. У нас есть замечательные фотографии Лёхи Клянина, у нас есть фотки Руслана Якупова. Вот. Мы будем участвовать. Да хоть и где можно сейчас участвовать. Вообще без разницы. Во всем подряд. Точно. Надо и даже участвовать во всем подряд. И даже, не побоюсь этого слова, в туристических хрониках. Слушай, да. Давайте. У тебя все чай, да? Да. Чай юг. У меня еще бар. Мы уже почти покушали. Вот. На самом деле, после Елангаса вкусить эти вот пельмени, салат с чаем, все. Тут нам уже номер готов. Ну, это просто красота. Да, ты еще расскажи, где мы вообще? Мы с этого не начали вообще. Да вообще, я думала, там как-то поочередно. Где мы? Мы на турбазе «Малиновка» в Атнурке. Значит, Елангас, Малиновка, Кирель, все это здесь где-то рядышком. Мы сейчас с Елангасом. У нас завтра главное дело. Зайти на Куртаж. Завтра у нас Куртаж Тау. Да. Куртаж Тау. Есть, кстати, Куртаж, как Тау переводится? Не знаю. Я знаю, что если скушал ты беляш, значит, полезешь на Куртаж. Thank you.
Беги. А мы после ночевки на турбазе Малиновка в Атнурке следуем по пути на горку Курташтау. Это за ЖД-станцией Уралтау. Мы переночевали в теплом домике, покушали, позавтракали, кое-кто еще ее окунулся в ледяной водичке. И мы сейчас находимся в предвкушении видов с горки Курташ. Вот. Ясным и чистым дождем, чисто умыта земля, мы по асфальту ползем, с другом моим погулять. Все, что мы видим вокруг себя, это своего рода не просто так картинка, да, окружающая среда и прочее, прочее. Это картинка нашего внутреннего я, нашей души. Я на самом деле желаю все-таки увидеть в самом себе эту самую красоту, а она как раз-таки не заключается в рамках города или даже региона. Это все, что находится за его пределами, за их пределами. Поэтому я на самом деле желаю каждому как-то вот очертить эти рамки, а потом сказать себе, я за них переступлю, и просто что-то сделать такое, потому что все возможное мы уже сделали, а невозможное — это как раз-таки то, что нам предстоит сделать. Поэтому на самом деле всем желаю туристировать, вот, дружить и любить, вот. Что-то прям классное сказал. Ну, и напоследок, всех вас с Рождеством!
Кубанском собор, написан, называется, замечательным, трудолюбивым людям, которые строили в свое время железную дорогу, ведущую от Белорецка, то есть железная дорога, и в сторону Магнитогорска. Вот. Этим людям, которые, ну, по сути, положили свои жизни на это, низкий поклон, мы сегодня вдоль этой железной дороги шли и думали о том, что это великий труд.